Телеканал 24 ДОК представляет. Действующая чемпионка мира теряет свой титул после чемпионата 2011 года. Линдси Ван никогда не выбывала после второй попытки. До этого дня. Это фильм о людях, которые не сдаются, которые не отступают ни перед какими обстоятельствами, ни перед своими внутренними страхами, ни перед огромными корпорациями, которые мешают им добиться своей мечты. Это фильм о людях, которые не сдаются и побеждают. В первом раунде я прыгнула, наверное, метров на 89 и оказалась на четвертом месте после первого раунда. С настроением, ну все, четвертое место. И вдруг я прыгаю на 97,5 и понятия не имею, как это получилось. Настоящий сюрприз, хотя вроде бы все было против меня. Есть в Америке одна спортсменка, зовут ее Линдси Вон. И вот эта спортсменка всю свою жизнь положила на то, чтобы женские прыжки с трамплина попали в олимпийскую программу. Да, героиня этого фильма, она не инвалид, она наоборот, она спортсменка, она в полном расцвете силы и претендентка на все награды. Но у нее вот есть изъян, вот этот, то, что ей не дают исполнить ее мечту. И она ради этого изъяна делает все. И вот я бы тем людям, которые во что-то не верят, которые думают, что в нашей стране или в любой другой стране какие-то препоны, что-то человеку не дают делать, вот этим людям, конечно, надо этот фильм смотреть обязательно, потому что переворачивается понимание о себе прежде всего. И ты понимаешь, что же такая размазня, что я сижу-то? Так надо же действовать, надо работать. Не факт, что у этого человека за неделю прям все наладится, и, знаете, он там сразу окажется где-нибудь в суде за права человека будет выступать, или он сразу добьет своей мечты, но, может быть, хотя бы хоть чуть-чуть он встрепенется, хотя бы там на 10-15%, и этого будет уже достаточно для того, чтобы не зачахнуть. Сегодня великий день. Исполнительный комитет решил включить в программу игр в Сочи прыжки с трамплина, женщины. Уже даже то, что она попадет на Олимпийские игры, будет там выступать, в Америке это очень весомая вещь. И, ну, я надеюсь, что, может, она еще возьмет чего-нибудь. Все-таки такие упорные, они чаще всего побеждают.